Hi guys, welcome back to Junris Vlog Adag Reacts. So for today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет, and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing amazing. And the title of this video, as you can see in my thumbnail, is PMC Wagner Secret Information That You Didn't Know Who Is Behind the Mercenaries. And credit to the owner also with this video to Turkmenistan, Russia, or CIS. And I really want you to turn on the CC down there for your Russian, English, or whatever language that you want to choose so that we can understand with each other. And at the end of this video, guys, please watch because we will get to know what is PMC Wagner. Because I really want to start the video directly so that we'll be having fun and enjoy watching with this one. And if you have some additional information with regards to this video, please drop it in the comment section. I'd love to read and respond with your comments, guys. Thank you so much. Enjoy with this one. Привет and спасибо to all of you. Enjoy. Менее чем за две недели до президентских выборов в Беларуси государственное информагентство БелТА со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что под Минском были задержаны 32 боевика частной военной компании ЧОК Вагнера. Еще одного человека, по информации агентства, обнаружили и задержали на юге страны. Кадры задержания предполагаемых боевиков показали по гостелеканалу «Беларусь-1». БелТА также опубликовала список всех задержанных с именами и датами рождения. По меньшей мере, 9 человек внесены как российские наемники в базу данных украинского сайта «Миротворец», где публикуется информация о тех, кто участвует в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов. Белорусские правоохранительные органы предполагают, что задержанные россияне прибыли в страну для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. О деятельности ЧОК Вагнера известно немного. Многие сведения о ней журналисты и активисты собирали по крупицам в течение последних лет. ДВ представляет все самое важное, что удалось узнать на сегодняшний момент. Что такое ЧОК Вагнера? Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера – неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧОК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2000 человек. По данным из источников немецкой газеты Bild в Бундесвере, общая численность наемников достигает 2500 человек. Существование ЧОК Вагнера официальные лица в России отрицают. Кремль лишь признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом. Наемничество запрещено статьей 359 УК РФ. Однако в Госдуме и в МИД РФ высказываются предложения узаконить в России частные военные компании. Рассказывая о целях российских журналистов в ЦАР, государственные СМИ РФ сообщили, что те снимали в республике документальное кино о жизни этой страны. Откуда взялся Вагнер и каковы интересы Пригожина? Дмитрий Валерьевич Уткин Вагнер, 1970 года рождения, считается руководителем одноименной частной военной компании. Этой деятельностью он, видимо, занялся после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах Псковской области. Копия рапорта о его увольнении есть в сети. О ее подлинности ничего не известно, однако опровержений тоже не было. В 2016 году Уткин был замечен на специальном приеме в Кремле для военных, отличившихся особым героизмом. С июня 2017 года Уткин находится под санкциями США. В списке американского Минфина указано, связан с частной военной компанией Вагнера. Одними из источников финансирования ЧОК в СМИ называются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют поваром Путина. Как выяснил РБК,
Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы Вагнера. Сам Пригожин, который тоже находится под санкциями США, связь с ЧОК Вагнера отрицает. Есть только косвенные свидетельства его причастности. С зимы 2016-2017 года разработкой газовых и нефтяных месторождений в Сирии заинтересовалась российская фирма ООО «Европолис». По утверждению изданий РБК и Фонтанка, она аффилирована с Пригожиным. «Европолис» летом 2017 года заключила соглашение с сирийским газконцерном о том, что будет заниматься охраной и добычей энергоресурсов на местных месторождениях и получать в свое распоряжение четвертую часть объема добытого Ситех вышек, которые отбило у боевиков из ЕГЭ, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на копию соглашения. Функции охраны, как считается, должны брать на себя бойцы ЧОК Вагнера. Где воевали наемники Вагнера? ЧОК Вагнера выросла, как считается, из военной компании «Славянский корпус», которая выполняла боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. В «Славянском корпусе» состоял и будущий руководитель ЧОК, Дмитрий Уткин, позывной «Вагнер». Первые свидетельства о деятельности ЧОК Вагнера были зафиксированы украинскими спецслужбами в мае 2014 года в Донбассе. В октябре 2017 года глава СБУ Украины Василий Грицак заявил о причастности вагнеровцев к уничтожению военно-транспортного Ил-76 на востоке Украины в июне 2014 года, штурму Донецкого аэропорта и боевых действиях под Дебальцево. Независимых подтверждений этой информации нет. Со второй половины 2015 года свидетельства активности ЧОК Вагнера появлялись уже только в Сирии. Считается, что ее бойцы, в частности, активно участвовали в первом и втором штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах. С июня 2017 года цели наемников, как сообщали российские СМИ РБК и Фонтанка, изменились. Фонтанка писала о том, что российский Минобороны резко сократил снабжение ЧОК вооружением, передавая лишь устаревшие образцы. Якобы ЧОК предложили получать финансирование в самой Сирии, в том числе за счет захвата и охраны нефтяных и газовых месторождений. В этой связи примечательно, что атака в районе сирийского поселка Хушам, предположительно с участием вагнеровцев, велась в районе нефтяного месторождения и, по некоторым данным, имела целью его захват. Интересы российских ЧОК в Африке. Интерес российских наемников к региону зафиксирован после переговоров высшего российского руководства с лидерами Судана и Центральноафриканской Республики осенью 2017 года. По данным британской BBC, следы ЧОК Вагнера были замечены в Судане с конца 2017 года. Российский журналист Александр Коц публиковал видео с российским инструктором, обучающим солдат в Судане, с подписью «Будни российской ЧОК». По сведениям издания The Bell, наемники численностью около 100 человек тренируют военные подразделения Судана. В обмен, как полагает издание, связанные с Евгением Пригожиным компании M-Invest и Merrow Gold подписали концессионные соглашения на добычу золота в этой стране. Но вооруженные люди из России были замечены и в соседней Центральноафриканской Республике. Причем возможно, что речь идет уже о новой ЧОК, не связанной с группой Вагнера. Официально известно только то, что Россия изучает возможности взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР. В 2018 году началась реализация поисковых горнорудных концессий, как сообщил в конце марта МИД РФ. Также внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что Москва на безвозмездной основе поставила для нужд Центральноафриканской армии в конце января, начале февраля партию стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командировала 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Первыми о том, что гражданскими инструкторами могут быть члены российских ЧОК, сообщили французские радиостанции Europe 1, агентство АП и издание Le Monde. По их сведениям, россияне в качестве своей базы выбрали поместье бывшего лидера страны Бакасы в 60 километрах от столицы Банги. Побывавший на месте корреспондент АП сообщил, что не смог вести фото или видеосъемку.
30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике ЦАР были убиты три российских журналиста. Кирилл Раченко, Александр Расторгуов и Архан Джемаль. Они отправились туда, чтобы расследовать деятельность ЧОК Вагнера. Что делают наемники ЧОК в Ливии? В мае 2020 года в распоряжении международных новостных агентств появился доклад мониторинговой миссии Комитета ООН по санкциям в отношении Ливии, в котором говорилось о том, что в Ливии, на стороне генерала Халифы Хафтара, против международно признанного правительства в Триполи, воевали 1200 наемников ЧОК Вагнера. В документе подчеркивалось, что это число приблизительно и основано на немногочисленных визуальных контактах и информации из открытых источников. Из доклада, который не был официально обнародован, следует, что члены ЧОК Вагнера находятся в Ливии с 2018 года. ЧОК Вагнера оказывает техническую поддержку по ремонту военной техники, участвует в боевых операциях и в операциях влияния, приводит выдержки из документа агентства АП. В использовании наемников на территории Ливии не раз обвинял Россию и Вашингтон. В докладе экспертов Вашингтонского института ближневосточной политики на эту тему говорится, что тенденция все чаще использовать ЧОК в качестве инструмента внешней политики является отличительной чертой стратегии Путина. Запутанная сеть субподрядчиков не позволяет провести четкое разграничение между военными и гражданскими силами, и ЧОК действует вне четкого правового поля, поясняют эксперты. Бойцы частной армии. Кто они? Набор наемников, судя по информации о погибших, шел по всей России. Очень многие из убитых в Сирии ранее имели опыт ведения боевых действий на востоке Украины. Это подтверждают как родственники, так и знакомые погибших наемников. По данным украинского СБУ, тех, кто воевал в обеих горячих точках, насчитывается 277 человек. Вербовка личного состава частной армии, судя по всему, не ограничивалась только Россией, но велась и среди жителей части Восточной Украины, находящейся под контролем сепаратистов. По данным СБУ, на октябрь 2017 года в ЧОК Вагнера служили 40 бойцов с украинскими паспортами. Аналогичное сведение без указания точных цифр приводили ранее несколько российских СМИ. В докладе ООН также говорилось, что помимо россиян, в составе ЧОК есть граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Сербии. Как принимают в наемники и сколько им платят? Принятые на работу в ЧОК наемники подписывают соглашение о неразглашении информации. Больше всех деталей сообщило о работе ЧОК Вагнера петербургское издание «Фонтанка», которое заявляет, что располагает частью внутренней документации компании. Ссылаясь на опубликованные копии документов, «Фонтанка» утверждает в частности, что все претенденты заполняют анкеты с личной информацией, фотографией, проходят проверку на полиграфе и за свою работу получают от 160 до 240 тысяч рублей в месяц. Руслан Левиев, основатель группы активистов «Конфликт» Intelligence Team SIT, которая следит за действиями российских военных в Сирии, уточняет, что зарплата зависит от навыков, целей и места операции. Во время обучения на территории России, по данным SIT, зарплата составляет от 50 до 80 тысяч. Во время зарубежных операций – 100-120 тысяч, в случае военных действий – 150-200 тысяч, в случае особых кампаний или крупных сражений – до 300 тысяч. Где тренируются наемники в России? Группа Вагнера, по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ. В Ч-51 532. О других тренировочных пунктах информации нет. Потери среди наемников. Подсчет потерь среди солдат удачи осложняется по ряду причин. Это и нелегальный статус ЧОК и ее бойцов, и формальная неподотчетность компании госорганам, и соглашение о неразглашении. В результате родственники погибших нередко только спустя несколько недель узнают о случившемся. Минобороны РФ отказывается фиксировать потери среди наемников. СБУ в октябре 2017 года привело данные о 67 погибших, которые имели опыт боевых действий как в Донбассе, так и в Сирии. На декабрь 2017 года
Общее число установленных потерь с начала участия наемников в военных действиях в Сирии журналисты Фонтанки оценивали в 73. Команда СИД в 101. Oh my god, this is such a very nice, very informative video that you will know what really happens on during these times. Eternal memory to all the journalists who died during this fight. The story was said on this one. I know there are a lot of parties who go against with the Russian what they are doing so bad for them, but the Russian people, the Russian soldiers are making their part just to protect one country so other countries, especially in Syria, because there is always war happening with it. And this is truly an incredible video. The information was said is truly very loud and clear. And let's get to know what is a PMC, the PMC Wagner. This is the Wagner Group. This is a Russian group, also known as PMC Wagner or CHVK Wagner, being the Russian abbreviation for Private Military Company, or CHVK Wagner, or is a Russian paramilitary organization. Some have described as a private military company or private military contracting agency whose contractors have reportedly taken part in various conflicts, including operation in Syrian civil war on the side of the Syrian government, as well as from 2014 until 2015 in the war of Donbas in Ukraine, aiding the separatist forces of the self-declared Donetsk and Luhansk People's Republic. Wow, this is truly that's why sometimes people created those secret agent or secret just to protect in the country, just to discover also what really happening on the tanks or whatever it is in the video, whatever they are doing. We have to respect and we have to know, and there is a purpose and sole reason why they are doing that one, why they have making this like special, like CIA or the CIS, because these people, they have to go there and discover what really happened, and that's the time they have to protect in that country, because they are doing against to the norms of the society. That's why they just send their troops just to protect on the people, especially the civilians also. And this is truly an incredible video. If you have some additional information with regards to this video, if you know more about it in this video, drop it in comment section. I'd love to read and respond with you all. And if you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React, saying Istanbul so positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privyat, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.